Здравствуйте, меня зовут Булавцев Михаил, я проживаю в городе Саратов. Вы, вероятно, в поисках работы, поэтому я предлагаю вам просмотреть данное автособеседование. Собеседование провожу с вами в авторежиме, потому что бизнес ведем вместе с супругой Донсковой Лилией, ведем активный образ жизни и очень любим путешествовать. Часто находимся в разъездах. И благодаря интернету у нас есть такая возможность. И сегодня я с вами ею поделюсь. Не секрет, что у нас в стране сейчас сложилась непростая ситуация. И найти хорошую, высокооплачиваемую с официальным трудоустройством работу сейчас непросто. Вы со мной согласны? Я думаю, что да. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы рассказать вам, как лично я и сотни людей моей организации справились с этой проблемой. А вы будете иметь в виду, что есть такая возможность. Интернет сейчас плотно вошел в жизнь современного человека, и тот, кто это понимает, использует его возможности, которые поистине неограничены. Я думаю, вам уже знакомо такое понятие, как интернет-магазин. Так вот, используя интернет, я развиваю свой собственный интернет-магазин с довольно широким спектром востребованных товаров, большая часть из которых – это средства личной гигиены и косметическая продукция для женщин, мужчин, детей, а также продукция для здоровья, аксессуары, бижутерия и многое другое. Я уверен, что вы согласитесь со мной, что все нормальные люди утром умываются, чистят зубы, принимают душ, то есть пользуются средствами личной гигиены и делают это ежедневно. Эти товары пользуются спросом, их не нужно кому-то навязывать, ходить продавать. Их и так все покупают. Согласны? Это первый момент. Второе. За счет того, что мы берем продукцию напрямую со склада производителя, его цена значительно ниже, чем на аналогичные продукты на прилавках магазинов. Я думаю, вы заметили, как растут в последнее время ценники в магазинах. И никому не известно, что будет завтра. То есть реальность такова. В магазинах все дорожает, доходы у людей остаются на прежнем уровне, либо снижаются. И это не может не наталкивать людей на мысль об экономии своих собственных средств. Правильно? Как раз приобретать продукцию в своем собственном интернет-магазине – это отличный вариант сэкономить. Почему еще дешевле? Мы не занимаемся такими вопросами, как аренда помещений, нам не нужны наемные работники, такие как кассиры, уборщики, продавцы и так далее. Нас не заботят транспортировка, доставка, хранение продукции. Этим занимается компания-производитель. Соответственно, все эти расходы не вкладываются в ценник нашей продукции. Третий момент. Вы уверены, что все, что покупаете в супермаркетах, товары высшего качества? Может быть, я кому-то открою секрет, но сейчас в России отменена сертификация на продукцию, и зачастую большинство товаров, стоящих на прилавках, неизвестно где производятся и развиваются. В нашем случае мы имеем дело с известной компанией-гигантом, у которой 6 собственных заводов в разных странах, и в том числе у нас в России. Вся продукция сертифицирована, и чтобы продукцию хорошо покупали, компания не может рисковать ее качеством и тщательно за этим следит. Учитывая 3 вышесказанных факта, наш бизнес развивается очень стремительно. У нас огромные товарообороты, не только в России, но и за рубежом. Проблем с потребителями у нас нет. В данный момент нам интересны менеджеры с лидерскими качествами, которые смогут управлять филиалами нашей компании. Поэтому, если вы желаете попробовать себя в этой роли и готовы обучаться, у вас есть от 4 до 6 часов свободного времени ежедневно, думаю, время у вас есть, так как вы в поисках работы, то обращайтесь к человеку, который пригласил вас на данное автособеседование для оформления дальнейшего сотрудничества. Пойдемте дальше. В чем, собственно, будет заключаться ваша работа? Первое. Мы готовим профессионалов. Сфера деятельности для вас будет новая, поэтому вам важно будет обучаться.
Обучение у нас бесплатное, проходит в онлайн-режиме посредством вебинаров, обучающих сайтов, пошаговых инструкций, которые также будут приходить вам на электронную почту. И, конечно же, личное общение с вышестоящими профессионалами. Второе. Так как у вас свой интернет-магазин, и вы хотите получать от него прибыль, то логично, что главной вашей задачей будет его раскрутка. Чтобы раскрутить его быстро, нужно дать многочисленную рекламу. По сути, вы будете частью рекламного отдела нашей компании. Ну а за рекламу, как известно, платят хорошие деньги. Почему я говорю ваш собственный интернет-магазин? Давайте поясню. Филиалы нашей компании есть по всей стране и не только в России. Сама компания-производитель шведская и, имея такой огромный международный масштаб, просто невозможно трудоустраивать по схеме работодатель-наемный работник. Как же организовала все компания? Есть официальный сайт, на котором вы проходите регистрацию. Ваши данные фиксируются в базе компании, и на ваше имя открывается филиал интернет-магазина. Вам присваивается индивидуальный номер, по которому в дальнейшем вы можете отслеживать все операции, касаемые вашего интернет-магазина. То есть вы становитесь собственником, руководителем своего интернет-магазина, то есть работаете на себя. И в дальнейшем ваше дело переходит вашим детям по наследству. Заставлять тут что-то делать вас никто не сможет. Уволить вас тоже никто не сможет. Вы взрослый человек и должны понимать, что кроме вас, о вас и вашей семье, никто больше не позаботится. И вы действительно хотите зарабатывать достойные деньги, то, конечно же, нужно работать. На первом этапе работать нужно будет много. Итак, второе, в чем будет заключаться ваша работа? Это ежедневное размещение рекламы, используя различные ресурсы интернета. Какие это ресурсы и как это делать, всю информацию вы будете получать из бесплатного обучения. Массовое размещение рекламы обеспечит вам поток людей, которые будут интересовать также личные доходы, и они будут запрашивать информацию о работе, о интернет-магазине, о том, что вы предлагаете. И ваша обязанность будет в том, чтобы дать им необходимую информацию, например, пригласив их также на данное автособеседование, как это сделали с вами. Подумайте, это сложно будет сделать вам? Сложного в этом ничего нет. Давайте теперь разберемся, откуда берется доход. Итак, вы открыли свой интернет-магазин. Логично, что отныне все покупки для себя и своей семьи вы будете делать в своем интернет-магазине. Глупо было бы ходить, имея свой магазин с продуктами, например, покупать молоко в соседнем магазине, потому что вы тоже его продаете. Приобретая в своем магазине, вы экономите свой семейный бюджет. Большинство людей, которых вы направляете прослушать данное автособеседование, также захотят экономить свой бюджет и при этом зарабатывать. И эти люди будут частью вашей организации. У них также будут свои собственные филиалы интернет-магазинов. И вы как организатор этой покупки будете получать процент от товарооборота всех этих филиалов. Я, либо человек, который пригласил вас на это автособеседование, материально заинтересованы в раскрутке вашего интернет-магазина. Так как ваш интернет-магазин является частью моего интернет-магазина, с товарооборота которого я тоже получаю свой процент, поэтому мы будем помогать вам развивать ваш интернет-магазин. Нам выгодно, чтобы ваши обороты и, соответственно, ваши доходы были больше. Ведь чем больше процент получаете вы, тем больше будут и мои доходы. Получается такое взаимовыгодное сотрудничество. Пока вы разбираетесь, обучаетесь, ваш интернет-магазин уже начинает расти, так как есть команда вышестоящих партнеров, которые раскручивают свои интернет-магазины, а вы уже являетесь частью их интернет-магазинов. Таким образом, работая в команде, в интернете бизнес развивается очень быстро, и ваш интернет-магазин набирает обороты, как снежный ком.
Давайте теперь разберемся на цифрах, как это происходит. По статистике, из 10 прослушавших информацию в этом автособеседовании людей, 6-7 принимают положительное решение и присоединяются к нам. Так, уже через 3-4 месяца мы с вами наполняем ваш интернет-магазин партнерами, потребителями. И за 3-4 месяца их набирается порядка 200-300 человек. Это будет уже ваша структура. Каждый делает покупки в своем интернет-магазине на разные суммы, в зависимости от потребностей их семей. Кто-то покупает на 200 рублей, кто-то на 500, кто-то на 2000. Это личное дело каждого. Возьмем среднюю покупку по структуре на 1000 рублей. Примерно столько средств личной гигиены и косметических средств потребляет среднестатистическая семья из 3 человек. 200 человек из вашей организации умножаем на 1000 рублей. Получаем 200 тысяч рублей. Это товарооборот вашего интернет-магазина. Вы получаете 10% от организации этой покупки. То есть ваш доход составляет 20 тысяч рублей. Вас устраивает такой доход? За год работы наши партнеры выходят на доход от 100 тысяч рублей в месяц. Подведем итоги. У вас появляется свой собственный бизнес, причем бизнес официальный, потому что мы работаем только в правовом праве. С компанией-производителем заключается официальный договор возмездного оказания услуг. Выплаты производятся на ваш расчетный счет в любом банке, в котором вам будет удобно. Никаких веб и киви кошельков и тому подобного. Идет трудовой стаж, оплачивается налог 6% от дохода по упрощенной системе налогообложения. И происходит отчисление в пенсионный фонд. Сразу, сию минуту, заключать договор вас никто не обязывает. У вас есть время, чтобы разобраться, обучиться. И договор уже заключается осознанно на выплату заработанных вами денег. Каждые 3 недели на ваш расчетный счет поступают средства, процент от товарооборота вашего интернет-магазина. Таким образом, мы получаем доход не 12 раз, как на наемной работе, а 17 раз в году. И, наверное, вам уже интересно, что же это за компания, с которой мы сотрудничаем. Для развития своего интернет-магазина мы выбрали известную компанию, успешно развивающуюся уже почти 50 лет на мировом рынке, и из них 20 лет в России. Это говорит о том, что проверенная, зарекомендовавшая себя компания, ни однодневка, ни финансовая пирамида, ни лохотрон, это крупная косметическая компания Oriflame. Мы выбрали именно эту компанию, потому что Oriflame – единственная компания на сегодняшний день, дающая уникальную возможность действительно, сидя у себя дома, развивать и управлять международным бизнесом. Причем в любой момент вы можете проконтролировать деятельность вашей структуры, финансы, регистрировать новых партнеров-потребителей, находящихся в любой точке земного шара, просто зайдя в свой личный онлайн-кабинет. Доставка продукции осуществляется даже в самые отдаленные уголки страны, даже в небольшие поселки. Далеко не каждая компания может этим похвастаться. То есть мы выбрали Oriflame, потому что нам так удобно. Работая по нашей готовой и простой схеме раскрутки интернет-магазина, уже сотни людей получают достойные доходы. Несмотря на то, что сейчас в нашей стране кризис, нашим партнерам это не страшно. Смотрите сами, какие у нас доходы. Принимайте решение, хотите ли вы видеть подобные суммы на вашем расчетном счете каждые 3 недели. Если у вас уже есть действующий номер компании Oriflame, то сотрудничать с вами мы не сможем, так как работаем в соответствии с уставом компании Oriflame. С вами был Булавцев Михаил. Принимайте правильное решение. Ждем вас в нашей команде.